Привет! В эфире радио Бали. Мы сегодня поехали в такое забавное место. Называется оно Тиртаганга. Это водный дворец или водный храм. Тут много воды, много рыб, прудиков разных, всякого такого. Сейчас я переключу камеру, и мы с вами посмотрим, как это все выглядит красиво. Вот такие вот штуки на воде. Вон можно Ларискину ногу, если она туда не ляпнется. Да, вот такие кувшиночки. Везде тут рыбы, цветы, всякая красота. Вот там вот можно гулять по этим штукам. Мы сейчас пройдемся там, попробуем по одной из них. Спустимся поперек дороги. Давай по дорожке. Не хочется же очень затягивать передачу, но думаю, вам будет интересно посмотреть на всякие штуки. Там попы павлинов. Да, это я обязательно. Попы павлинов я обязательно покажу, как без этого. Такие свинки аутентичные. Попы павлинов. Попы, наверное, это ослики. Попы осликов. Но одна из самых прикольных штук — это вот эти рыбы, посмотрите. Карпы. Вот такие вот. Вот такие. Вот это вот смотрите с моей рукой. Вот такие карпы тут. Огроменные. Не, не укусят, а западут. Вот здесь вот можно так вот ходить по. Главное не подскользнуться и не свалиться. О, я. Thank you. Ой, какой огромный. Да, сейчас подойдем к ребятам, которые кормят рыб. Нам что-то лениво было покупать корм. Я думаю, что их тут кормят так достаточно. Мне кажется, сейчас цена. О. А, такая куча мала из рыб. Вон вообще нереального какого-то размера карп. Я таких не видел никогда. Самых разных расцветок, разноцветные. Огромные, разных размеров, разных расцветок. Ну, давайте еще посмотрим на парк. Может, назад пойдем? О, одинокий. Такие вот дорожки тут построены, чтобы ходить по воде. Пойдем на мостик еще, там должен вид красивый быть на окрестности. Мостик с драконами. Вот, некоторое количество здесь таких водных дворцов, парков. Здесь же есть купальник, где можно прийти побултыхаться. Балийцы очень любят всякие омовения. О, прелестно. Что не вредно по такой жаре. Вот сюда открывается такой вот вид. Я не знаю, насколько хорошо здесь будет видно. Там вот рисовые террасы. Мы проезжали очень красивые места. Ну, вот отсюда, наверное, весь парк видно. Тут такая вот каскад фонтанов. Вот там вот, там, где я вот сейчас показываю, в той стороне находятся купальни разные, бассейнчики, несколько прудов. И вот в той стороне, вот под джунглями, отель. Здесь же отель и ресторан. Ну, вот такое забавное место. Очень красиво. Довольно недалеко от нашего текущего места проживания. Так что сегодня у нас, да, водный дворец. Оставайтесь на нашей волне. Возможно, в следующий раз мы вам покажем пляж Virgin или какой-нибудь другой.
на который доедем. А, может, завтра Амед, кстати. Да, вот завтра мы, наверное, поедем в Амед. Это такой прибрежный городок, очень прикольный. Покажем вам, как там, чего там интересного. Не знаю, наверное, примерно в это же время, может, чуть раньше. Пока-пока!